Около 1000 кубанских педагогов стали участниками региональной акции ОГЭ по математике для учителей. Этот экзамен был максимально приближен к процедуре основного государственного экзамена, который девятиклассникам предстоит сдать в следующем году. Педагоги получили реальную возможность почувствовать себя в роли выпускников. Цель акции – это не проверка знаний, а возможность прочувствовать всю процедуру экзамена, чтобы затем помочь ученикам справиться с неблагоприятными эмоциями. Все это поможет снять психологическую напряженность и сформировать у учителей позитивное отношение к процедуре ОГЭ, создать атмосферу открытости и прозрачности при последующем его проведении. Для участия в мероприятии, которое прошло на базе 5-й средней школы, были приглашены учителя математики 9-х классов образовательных учреждений района. Была полностью соблюдена процедура, все как у настоящих выпускников. Под пристальным взглядом видеокамер испытуемые решали задачи, уравнения. Для успешной сдачи экзамена по математике нужно иметь настоящие знания и навыки. Конечно, эти знания у педагогов есть, а волнение можно преодолеть. После этого испытания, когда они изнутри взглянули на ответственный процесс, учителя более точно расскажут своим учащимся, как будет проходить процедура, какой сложности будут задания, к чему нужно готовиться. И все это поможет славянским выпускникам с честью выдержать нелегкий экзамен.